Дети, скажите мне, пожалуйста, для чего людям нужны овцы? Чтобы получать с них шерсть. Правильно, по той же логике, что нам дают свиньи? Ну, это слишком легко, мисс Амбридж. Мясо, конечно же. Правильно. А что нам дает корова? Домашнее задание. Да как ты смеешь, дерзкий мальчишка? За то, что ты грубишь учительнице, я прикажу охраннику наказать тебя. Наказать меня? Тогда ответьте мне на один простой вопрос, мисс Амбридж. Почему вас до сих пор не наказали? За то, что вы с директором хотели сделать из учеников этой школы зомби. Почему вы, как и он, не сидите в тюрьме? Молчать! Я не потерплю оскорблений в сторону учителя. Уильям, где вы там? Срочно придите в класс. Я здесь, мисс Амбридж. Что тут у вас стряслось? Пожалуйста, выведите Ричарда из класса и позаботьтесь о том, чтобы он понес наказание за оскорбление учителя. Идем, парень. Ты доигрался. Сам знаешь, у нас за это жестко наказывают, чтобы неповадно было. Я не могу идти. Мне плохо. Хватит придуриваться. Напроказничал, так имей смелость ответить за это. Я серьезно. Мне очень плохо. Я не могу встать. Миссис Амбридж, похоже, он не притворяется. Посмотрите на его бледное лицо. Он болен. Уильям, отведите его немедленно к доктору. Дети, урок окончен. Парень, тебе все равно придется пойти со мной. Не стану же я тебя нести на руках. Продолжение следует.